Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется Battle Part. Это у нас, походу, какие-то долбежки на маленьких машинках, и сейчас мы это проверим. Русский язык, кстати, в игре есть. И давайте смотреть, что тут можно сделать. Выбираем игру. Так, сохранить, новая игра. Так, и что это у нас? Вот эта пушка. Так, кем мы будем долбить? Давайте попробуем вот такой машинкой. Ой, нифига, нифига, да как, да подожди ты, куда ты так, да куда ты так, все, меня так быстро замочили, так, переиграть, да гад ты, охренеть, слушайте, огнемет, короче, что-то жизнь отнимает прям очень хреново, угомонись. Пушка, угомонись. Воду убит. Слушайте, ну, огнемет у меня не... ни хрен... Так, 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 блин. Не, слушайте, я... Да я не могу уехать. Охренеть, вызовы. Так, давайте попробуем, я не знаю, вот такой танчик. Что это за... Что это за шарики такие? А, зато, смотрите, я могу их прям много швырять, типа, да? Мне бы еще научиться уворачиваться, переиграть. Нифига, слушайте, я сейчас разберусь, как тут управлять. Единственное, блин, знаете, что меня напрягает? Тут инверсия на камере, и очень неудобно управлять. Так, еще мы дополнительную атаку можем делать. Так, 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 тут надо аккуратнее, чтобы не попасть под снаряд. И вот смотрите, у меня половина шаров не долетает. Да из-за этого я просто попадаю тупо, блин. Ну охренеть. Чё за нафиг? Блин, опять попал. Как так-то? И опять попал. Блин, эту пушку вообще сколько долбить-то надо? Нифига себе. Разошлась пушка. Так, долбим, пока есть возможность. Так. Ну, вроде почти не попало. И охренеть, что сейчас? Так, опять. Ай, блин, да зачем я в бок-то сдвинулся, пипец. Так, короче, когда эта пушка долбит, лучше отходить подальше. Тогда она не может, блин, не может почти попасть. Так, ну я, в принципе, смысл понял. Сейчас попробую ее замочить. Если у меня получится, то будет круто. Если не получится, то извините. Так. Да хорош! Хорош! Вот видите, смотрите, сколько шаров. Это что такое? О, нифига, это типа щит был. Прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй. Бежим, бежим, бежим быстрее. Фух. Чуть не попался. Так, быстрей, 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 быстрей защит. Так. Вроде все пока нормально. Даже пол жизни уже мы расхреначили у этой пушки. И это хорошо. Ага. Опять она начала по мне долбить. Так, пушка. Так, издалека. Я помню, что надо издалека. Так, 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 так. Я издалека за тобой слежу. Ну, ты только сдохни. Сдохни, тварь. Охренеть. Ай, блин, все-таки попала. Попала пушка по мне. Так, так, так. Еще раз приближаемся. Ну, давай уже. Сдохни. Блин, не хочет эта пушка дохнуть. Ни хрена. Слушайте, сложный противник там. Очень много жизни у пушки. Да ладно, я защиту раздолбил. Серьезно? Все, типа, да, блин, только не говорите, что я сейчас дохну. Так, она стала намного агрессивнее. Эй, а это что за... Эй. Это что за... Ну, это было вообще пипец нечестно.
Серьезно, и с самого начала надо мочить опять? Вы охренели, что ли, совсем? Это издевательство над игроком. Какого хрена эта пушка? А, одну жизнь растеряла, и потом еще жестче стало. Мне что-то вот это вот вообще прикол не понравился. Вот абсолютно. Я так долго долбил, а в итоге что получилось, что я еще, блин, сдох сразу под снарядами. Ну так нечестно. Реально так делать нечестно. Слушайте, это очень, если так посмотреть, сложная игра-то. Прям пипец сложная. Эй, охренеть, слушайте, ну вот это неожиданно. Поворот такой, сразу стрелять. Это что за нафиг такой? Нахрена так делать-то? Так, быстрее прячемся. Ага, так, на, получай. О, так, опять летят снаряды. Ну, издалека хотя бы можно попробовать увернуться. Попробовать, только я не сказал, что... Вот видите, что творит. Я даже отъехать не успеваю. Пипец, один раз только получилось у нас обдолбить всю жизнь. Первую, причем. А дальше ни хрена. Так, ладно, следим. Просто стараемся пока просто не попадать под шары. И долбим. Так, сейчас я так чувствую, просто начнет, нет? Ага, пока снаряды просто летят. Ну, нет. А еще нет. Так, сейчас просто будет стрелять. Нет? Нифига. Сейчас мы победим эту тварь. Быстрее. Главное спрятаться. Ну, да дохнет. Эй, блин. Охренеть, слушайте. Это прям очень жесткий противник. Вот сейчас будет... Ай, блин. Так, так, так. Надо аккуратней. Ай, блин, чуть не попал. Опять чуть не попал. Эй. Эй, нифига, что так далеко-то щиты были. Так нечестно. Ай-ай-ай. Чуть опять не попал, прикиньте. Эй, ну так нечестно. Да хорош, завязывай уже. Во, так, начала просто стрелять. Ну, ты сдохнешь, нет? Пипец, сколько тебе жизней-то? Опять началось. Во, раздолбили мы пушку. И вот как тут ездить, я же не вижу. Охренеть. Я не вижу, куда. Вот это, слушайте, вот это прям жесть. Вот это прям жесть уже начинается. Ух ты, нифига себе. Эй, вот это вот уже подло. Так, ну ладно. Начинаем потихонечку ехать. Ага, я... Ну, да как тут победить-то? Вы прикалываетесь, что ли? Вы видели, какая жизнь творится? Не, я все, конечно, понимаю. Но, блин. Но это не серьезно. Вы видели, что эта пушка просто творит? Ладно бы, блин. А уровень сложности тут можно как-нибудь это поменять? А то что-то прям, слушайте, ну с лёд у меня эта пушка просто насилует. Даже я первый уровень не могу никак пройти. Это чё за нафиг? Это прям реально какая-то жесть. Нельзя так. Так просто нельзя издеваться над игроком. Почему так сложно-то, блин? И это только первый уровень из кучи. Вы помните, сколько там уровней было? А, по-моему, там их дохренище, если все уровни такие. Это просто ад, я могу вам сказать. Да, конечно, можно приноровиться вот тут вот. А первую вот эту вот атаку проходить, ну, вообще без проблем, без урона. Но ко второй приноровиться будет достаточно...
тяжелее, я бы сказал. Прямо реально тяжелее. Во-первых, видели, какой поток идет снарядов, когда пушка долбит. Там просто веер идет, там надо в самый конец вообще отскакивать, чтобы как-то увернуться, чтобы хотя бы какой-то просвет был. Во, вы видели, что творит пушка? Вот как от этого веера уворачиваться? Опа. Ну, если только вот тут вот. И вот все, вот погнали мы. Потихонечку, потихонечку гоним, 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 гоним. Во, во. И вот как? Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Блин, вот прям на башку. Но тут, мне кажется, вообще нереально выиграть. Такое ощущение, что это прям игра издевательства просто. И чем ты лучше начинаешь играть, тем, короче, игра тебе еще сильнее начинает долбить. Ну, у меня, по крайней мере, так начинает такое ощущение складываться. Что игра просто тебе никак не даст победить. И просто ты, типа, не можешь вообще первого босса тут никак пройти. Не, на самом деле не может такого быть. Босса-то пройти, скорее всего, можно. Ай-яй-яй-яй, ни хрена себе, быстрее катимся. Просто это какой-то запредельный уровень. Запредельный уровень сложности. Я не знаю, для чего он такой сделан. Ну, просто это максимально нечестно. По отношению к игроку. Прям пипец. Опа. Нифига себе, неожиданно так повернулась пушка и давай по мне долбить. Не надо так делать. Эй. Я же не вижу, куда снаряды летят. Ну, быстрее. Катим. Спрятались, все, ништяк. Ага, опять ты по мне долбишь просто так, да? Ай, блин, попал, говнюк, а как ты попал-то? Ни хрена себе. Вот как ты умудрился попасть? На, все. О, пушка начала долбить веерами. О, так, и вот как тут объезжать-то? Как тут объезжать? Все, я же не вижу ни хрена. Просто пипец. Смотрите, веер идет. Ой-ой-ой, быстрее. Так, опять веер. Причем жесткий такой. Мне же надо ближе подходить. Я же, получается, не могу. Ай, блин, я же не вижу, куда еду. Ну так нечестно, блин. Ну, пушка! Падла ты, но у меня осталось жизни, пипец, сколько мало, и, блин, не успел спрятаться. Ох, слушайте, это жесть. Короче, я пробую последний раз. И на этом все, ну, потому что, слушайте, это какое-то издевательство прям. Не знаю, почему такую запредельную сложность... Блин, попался под снаряд. Не знаю, для чего разработчик такую запредельную какую-то сложность выбрал. Блин, ну можно было сделать намного проще. Тем более, блин, еще второй этап сражения с этой пушкой. Ладно, первый ты там еще как-то пытаешься увернуться. Ну, потом уже все. Пипец, там начинается какой-то ад. Еще сложнее, чем было. Почему сразу две стадии? Нельзя было на первом уровне хотя бы сделать босса с одной стадией. А тут сразу две идет. Ну это прям очень жестко. Причем жизни у меня очень мало в машинке. Если так посмотреть, ее прям катастрофически мало. Ну ладно, отстоимся. Тут просто вот... Эй, откуда так много попыток-то? Так, опять... Нет никаких пауэрапов тут, можно было бы замутить что-нибудь прикольное, типа пауэрапов, чтоб ты типа взял и еще какое-нибудь супер оружие, помимо твоих двух, у тебя было бы. Тогда было бы прикольно. О, смотрите, что творит. А тут же еще можно, блин, не успеть заехать за барьер или вообще застрять.
Оп. Давай, сдохни. Сдохни, тварь. Все, раздолбили, и начинается жопа. Бам-бам-бам-бам-бам. То есть, видите, я еду вообще не видя куда. Все, опять. Просто едем, едем, аккуратненько едем, едем, едем. И пушка. Хреначит, ни хрена себе. И смотрите, что. Ё-моё, вот как тут? Как тут встанешь? Слушайте, не, ну это, конечно, прикольно, но очень сложно для меня. И у меня терпения не хватит даже, чтобы этот уровень пройти. Это надо его прям очень жестко как-то запоминать все. Всю технику, и тогда только проходить. К сожалению, я не смог даже первого уровня пройти, но игра реально сложно сделана. А на этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди у нас еще прохождение и просмотр кучи разных игр. Так что будет интересно. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.